Великая победа, наследие и наследники – так звучит тема рождественских чтений 2019 года. Посвящены они 75-летнему юбилею Великой Победы. Парламентские рождественские чтения завершили неделю мероприятий, посвященных данной тематике. Во вторник первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Вадим Соколов отметил важность проведения чтений. «Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа», – говорил он. «Не оставит она народ свой и теперь. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины, а Господь нам дарует победу».